вас враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. И я подверг его ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Но вскоре он склонится. Чё там, всё фул и прейд? Ты опять слишком долго срал. Да я не срал, я дрочил. Хуять, это неугомонный при бабе и дрочишь. Да это пока и не было, да. Я имею в виду вообще, вроде с бабой живешь, а дрочишь. Бля, ты просто не жив никогда с бабой. Все дрочат. Ладно, удачи. Может быть, попозже зайду, если получится. Резко заходи. Да. Посмотрим на твой скилл. Чё? Посмотрим на твой скилл. Не знаю, что. Я всегда скилл. Когда посуду моешь? Особенно. Иди, ловушку. Спасибо, танки. На 7 кинул. Спасибо, на пол. Лота виновата, все не кинула щиток. Дайте столик, маги. Сзади стоит. Прям стоит еще столик. У меня уже достаточно таких предметов. Кстати, мне кажется, если бы Рома пошел как метадд, то Вайтхолли можно было бы и кикнуть из рейда. Хуя нам три редки. Чё? Ты ред репал, какой нахуй. А чё там? Все хилы, что ли? Не, там сейчас будет эрдроу и там ДЦ, два шамана эрдроу. Все, мне больше не надо хилов, максимум на Синдрагос. Ну ладно. А зачем 4, может быть, все-таки в 3? Не. Мы будем ходить, когда я буду хилить. Кстати, на ребре это ж не анбаф, можно в лужах стоять все. Ага, блин. Ленточку заберет, кто будет первый по дамагу.
Ну, ее будут ролить хилы, и кто будет первый по дамагу на том квартале за весь инст. Коня заберет также. Кто будет первый по дамагу, и хилы, и танки вы будете ролить также коня. Так что это в ваших интересах. Или АФКшить, или вы хотите коня, или вы не хотите коня. Я все сказал. Если ты ДД, ты не заберешь. Рыба перед шкаф. Вас уже обрадовали, то, что с Нового года фласки обязательно в рейды? Мне никто ничего не говорил. Дайте... А, да, по бафам. Будет бафать всем кулаки, Войт Холли будет бафать всем каски, Белин будет бафать всем МП5 и Смарт Кью будет бафать всем прото. Раздайте баф. Баш прям как наше правительство, блять. У нас с Нового года новая политика. Вы еще предупредили перед этим. Без, у меня планеты никогда были без Нового года. Кралька, алло. Да хранят тебя предки. Привет. Очень далеко. Дайте вот она там это, пилась уже чем-то. Кралька, ты тут, Диана, алло. Дайте. Может бал. Просто будет похоже этот, похилит да. Этого босса. По принципе, да. Давай, Войт, будь в холи пали, похилишь босса, пока Кралька жарит рыбу. Она все равно ДК, как она похилила. Она. Ну, ДК в рейде. Просто. Друида в рейде будет, если что. Вообще я не люблю друидов, потому что я не люблю, когда кто-то умирает. Я, например, никогда не умираю. Какая себе анбаф, почти друиды и тащили. Ну хотя последний трек, когда убили Локи, тащили. Это Лич тащили, а не то, что Локи. Ну, что, ставы нету? Или месть? А ну тогда пох. Ну лично мне. Чё там? Пока ничего, пока чек. Пишем все, на кого ролим, все дела, и Б на кого начинаем. Ну что, все готовы? Давайте на счет 2. Хризи, ты начнешь, не на счет 1. 3, 2, давай, погнал. На пулы на танка. Гера как только поставит. Давайте, Гер. Крейзи, забирай. Прибей. Эти танки разбежались, отлично, бьем босс. Нет, это не стоит. Милик, иши, прибей. У печенька танк, разбейте печеньку. Печеньку разбейте, давай Гулливерка гимн на хп, пой. Ауру поставьте, бля, квадрат танк, сука, снова шип. Дайте килька ставру вместо коня.
Гро. Как так? Так, Ваня, агришь, класс. Это даже не первый подавал. Шипы бьем. И шипы фурики. Давайте, кливы. Больше кливы. Давайте еще клив. Лестните, попавши. А кто там осколки получает? Кто первый на осколки? Давай мне. Там никого нет на осколки. А с тебя накидка в конце. Тройки боевые рукавицы. Как ему-то рукавицу? Просто так, на шару. Ребята, давайте рольте, я не буду давать ГП за этот шлак. Щит на ов паролю, а то у меня с десятки герсингры. За щит можно десятку дать, за остальной шмот без ГП, я считаю тоже. Да, тебе кому-то. Если кому-то нужно, вам передадут эту вещь. Ну, шип, просто так, рольте, чтобы я эту в сумку не кидал, у меня нету слотов. Я всю хрень. На ЕП, кроме кралика, никто не заходит, я так понял. Раз босса убили. На ух. Писал там, что на реплика. Да. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иное. Останется тут воет хиле, будем хилить в 5 хилов тут. Друиды зальют. Уберите танки, бля, моба. Дайте ему ЛПшку какую-нибудь. Да, сейчас суманем Диана, трэш добьем. Ты, Саня, сейчас на автопилоте? Нет, не совсем, а чё? Ну, на мне мобить. Почувствуется. Я думаю, на автопилоте я буду ближе к профу. Считайте, тут вот альты, дай гимноману, пожалуйста. Ты пока ману, зачем тебе гимноману сейчас тут? Маны 2к было. Кралька, напиши врага на кого, ЕП или там роль, все дела. Владимир, ну у кого конь стоит, дайте кастауру. Сейчас вам ГП накину, всем. Успокойся, спасибо. я дал. Я не знал просто, какая у меня... Так, чё тут по бафам? Ничего. Короче, смотрите, Джаспанк, тут не обмениваемся триксами, все время будем напуливать на Хризе. А потом будем напуливать на Smart Q. Вар какой-то спек несет в танка, там верзила есть танка спек. У Баша есть. А на кого на Баш, на давай. Баш спек есть в там. Нет у меня. На кого мне частицу кидать на леди, расскажите. Танка спекал. На протопала. Кого-то из танков. Спекнулся. О, верзила спекнулся, отлично. Давайте тогда первые на пулы на Хризе, вторые на верзилу. Это желтый камень. Блять, это же трапкил уже взяли в рейд, это пиздец. Сделает кто-нибудь? О, просто камень дать. Чек. Ой, ты чё бафаешь? Эти каску по кральке.
Вайт, каски бафай, дайте каску по краю. Ультрашан, ты готов? Кому-то еще надо каски? Мара. Паладина капли, зеленки заливайте. Воинам, друидам. Сейчас вторая, первая. Паладины, ауру от тьмы, блять, уберите. Да, я скажу, а потом будешь орать, ауру от тьмы уберите. Вторая, первая слева бьют. Не, справа бьют. Третья, четвертая слева бьют. Тхризи и Верзила танчат слева, Сваркью танчит справа. Чек. Снимите, пожалуйста, от темной магии, я случайно бахнула, сори. Горн, пожалуйста, бахнул. Горн. Горн не готов. Ульшан, ты готов? У кого есть Юва 27? Все, все готовы, погнали. Давайте, бейте, бейте, бейте. Смотрим трэш. Типа трэшу играем. Сейчас справа трэш добейте, два моба. Контроль мин Лисунели, Белина, Кральку прохильте. Готовимся, сейчас страж будет. Успокой! Идите, трэш. Тина, прохильте. Отлично, бейте, леди, добейте трэш справа, приверженца, хорошо. Хмели Сюнели и наебевший за контроль. Вот. Будем стопать. Стопнули по леди, стопнули уже по леди, 2 миллиона, стопнули. Идите трэш бей. Забейте. Акулы на Хризе, давайте. Блин, Лена, дайте контроль. Контроль на Эриона. Молчите, я РЛ. Мне насрать, что у вас там происходит. Я все вижу. Задрали. Почему лишние разговоры на трае? Рот прикрыли и все. Какого хуя я тебя слышу, смарт-кью? Эти фанатика культа. Кралька, подымай, Минск. Смотрим духи, смотрим, сейчас трэш выйдет. Кью не убейте. Кильте его. Ты трэш? Хатика в рейде убейте. Ты вот дайте мне, ребята, пожалуйста. Она меня сейчас убьет точно. Я знаю. Бьет уже Верзилу нормально. Бейте, леди. Аж убейте справа.
Хоть еще кто приверженцу сыграли, сейчас новый трэш выйдет, а у нас еще старый жив. Дайте контроль, фиры там, не знаю, что хотите, Херзулу дайте контроль. Бейте слева, справа. Смарт Кью, хильте, у него... Добивайте, леди. Кто отхил? Смотрим духи, добивайте, леди. Больше не бейте. Дайте гимноману кто-то 4К. Да, я давай по гимноману. Конченое убило. Борится мертвым. Ты мне пипец не нравишься, я тебе сразу скажу. Что это такое? Почему вообще леди на тебя идет? Мне говоришь? Ну тебе, тебе, ты же охотник. Ваша смерть не знаю, что на меня идет. Я сальву по КД кидаю на себя. Вроде ожерелье. Че, дальше в ретрик? Да, да, да. Да, королька, мы штекаться в суд. Корабль, в танк, походите в пушки, кроме танков и хилов. Бой висит. Висит только на троих людях, бля, это пиздец. Ну идемте, трэш убьем. Я пока не могу прочитать это заклинание. Еще бой здесь, а нет, все. Лестните, пожалуйста, к нам все убежали.
опять у кулак по роге и лапу пройду. Время, деньги, друг. Тиндес, дай кулак по рогам и лапу пройду, дай. Отдай лапу пройду. Сидента, сдай кулак по роге. Сколько раз мы можем сказать? 20? Я сейчас дам. Вы видите? Что это там вдалеке? Небесный, дай лапу по рейду. У нас отошел другие тердру. На нашем. Давайте сносите хотя бы до 700 тысяч пушки. Что-то 900 тысяч хп. 800. 500 сможете. Прилетай. Мак умер от того, что его пушка убила, да? Огонь. Зачем ты бьешь трэш на нашем корабле? Ля, ты миль? Ты миль? Где трэш на наш? Мага одного убить. 20 тысяч. Давайте дуйте назад. Плечники, рольки. Кольцо на РДД. Нахлепало. Кому кольцо? Да. Трешан, ты рольчишь на мейн? Оливьярка на мой. Так. Ну, хорошо. Погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Помните кованую, блядь, секиру? Надо кому-то? Ты могущественнее, чем ты можешь представить. Мне не надо. Дадим башу. Сердце Дренор. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил,
мой сын остался бы цел. Есть кто с Ювой? 20 интеллекта надо. Сегодня я исполню это обещание. И чары на интеллект, на щит. Ах, у тебя есть. Эти только трэш тут. Кто не уверен, что даст кучу ДПС. Например, Хмелис, Нелли, Хирзу. Пары можете не бить, потестить ДПС. Я буду бить трэш. Петрики, бейте трэш. Сириутрикс и Азжан, говорит, потестим. Кстати, кулака нет на варах. ГПР это... Есть кулак, ты что, конченый что ли? Не отображается же, на ком нет кулака, на всех есть. Это трэш, давайте бьем трэш. Трэш, лещ. Таны по трэшу. Луну, квадрат, квадрат забери. Ну, луну заберите. Я же спался. Смотрим. А, давай войско. Пьем трэш. Трэш бьем. Дайте фир, фир дайте по трэшу вары и бьем босса. Май, 340. Нормально, да. 340? Антиклинок. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Защитник. Сколько кралька дала? Минус 16, это... Тащите сюда валькиру. Бяш 16. Войт последний по ДПСу. Тут слава как в конце. Войт предпоследний. Не, ну там Берин забыл печать переключить, так что считай Войт последний. Белин, это моя любимая тема, забыть. Вот что ты хурипала, Качеслав. Кончу другим редфиком, вроде что около 15 на волне. Погнали на центр.
Куда идем, Дим? Почему? Ну, мы сначала идем на центр. Не, ну это я понял. Давайте агрики тоже. Да и тягнем тебе столько, блин. Чё, в принципе, с 324 DPS можно... 340. Не, на плечи надо отнимать от кральки DPS. А наверх. Ты имеешь в виду бурстануть, охотить куклу? А, я про это, типа, можно... Ничего не так, ничего. Блин, особо не увидишь. Ну, зато мы можем стоять около стола сразу и перевести. Не надо будет бежать. Ну, зато куклу пока будешь фотать в то же самое время. Да не, не то же самое. Мы уже сделали как-то сразу так. Сразу будешь, во-первых, позиции стоять где надо. Плюс быстрее босс не. Да. Попробуйте. Не гоните ДПС. Кокс, джесфак, висанда, хилы и танки, роги, ленточку. Столб, так.
Идите. А вы с какой стороны? С правой забрали ловушку? Не, идите направо, все, идите туда, где вы морды. Я сейчас тут попробую эту забрать. А, ты слева? А, две запустили. Сколько дал охотник, мне интересно? Линканите, пожалуйста, ДПС с рука. Даже не смотрел. А кому из стрельбы давали на сырке? Я, походу, давали. Но я не просил ее. Дайте... А, тут ничего не надо давать. Так, давайте заглянем. Хмели Сунели, 15 тысяч. Да, возможно, он и трэш бил. Не знаю, не ну да, нет. Скорее из-за трэша. Дайте баф. Эту гор. Не, да. Ну вообще какой-то большой урон идет этому рейду вообще. Рэндж, идут два лока. Элим, 3. 3 ШП. Это 6. Протопал, 7. Мхант, 8. Ну и все. 8 на ренже. Потом, если кто упадет, я скажу, кому выйти. Пушки не кидают мне, стею все равно. Я рейлю, я смотрю. Все, завершено, погнали. Жали на блядке. Ан, подвесить чуть. Убегайте, пожалуйста. Фридом по демону дайте харзу. Фридом по демону резинта, сдай фридом по харзу. Я отдал. Спасибо. Да, захиливайте, дайте ему зубы, ДЦ, дай ему зубы. На локе тоже 10 стаков на козаре. Фридом дайте, Вайт, дай фридом. Казар, Казар. Казар. Уже может создавать. Большое время. Заберите из Мелизон. Один рэндж, маг. Минск, давай на рэндж. Разбежались. Да, тут как бы Олег сказал на удачу. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт.
Потрясающе! 15к дал нормально. Ты, Дима, сейчас на бафане играешь? Кому-то что-то надо, Баша вам отдаст. Надо кому-то кровь? Где они на тапки упадут? Факт, но может упадут. Так если ее уже не надо. Дайте бафы по рогам. Там кто-то еще падал, не увидел. Там она уже в конце. Каску, кулак, лапу и гар. Че, помидорный король магом еще не фуловый разве? Не надо сбегаться к двоим шаманам. Квадрат. И полумесяц. Да давайте чек. Альтай. Все готовы? Погнал. Откуда промахи, если собран кап? Купе там уже. Не-не, мои промахи. Значит, шмот не переодел. В левую ногу мелить. Оставайся в мелизоне, ну, куда ты побежал? А там же вон, на танке есть. Не он же танчит. Отойдите, отойдите, алё. В левую ногу милить. Хильти паладина, забираю босса. Попадаете в эту гадость мелить. Попал, скинул плащом. Попал, когда он говорил, какой попадает. Спасибо, Гулливерка. Твою ногу падает мелить. Стойте уже. Центр падает.
Ну, хотя бы штаны. Эти штаны. Да, идите там, кто-то сдаст. Дхант, иди сдай квест. У него есть там две шпоры. Эти, бафы. Сделай кто-то камень 20 интеллекта. Юва, в рейде есть? Алло, алло. У меня профан. Ювелиры 20 интеллекта есть у кого? Давай я зайду на рогу и сделаю тебе камень. Это. Ты Афликт? Афликту надо как магу. 14. 14 Афликту. Да не, Афликту надо 11. А у тебя есть там и таланты тоже, да? Три таланта. Ну да, есть у него. Заметил где-то месяца два назад эту хуйню или одно было, или что, начали промахи идти от скиллов. Может там от каких именно скиллов? Не знаю, я просто кастую, хуярю, промах. Может 3% дебафа нет? Ну там приста не было, или еще что-нибудь. Ну тогда есть же сова, есть же прист. А сколько у тебя меткости, посмотри. Говорю, 11 плюс. Ну, давайте вернемся. Давайте велики жучка. Стоять в квадрате, РДД. Интересно, че бой висит везде? Так он тоже. На кратке. Надо спускаться вниз все. Сейчас он вылезет. Кролика со всеми тараканами, как обычно. Он идет. Че еще бегает? Где ты их увидел? Прямо под нами. Вы нажми. А, да. Алька, не двигайся, зачем ты двигаешься? Дай им к тебе дойти, я не понимаю. Они идут, ты двигаешься, они опять в тексты уходят. Отойди со ступенек. Стой. Все, пизда, потерялись моды. Мне кажется, они там вон наверху выйти должны были. Как они вообще на нее повесились? Вот Кралька, ты что, вниз лежал в ивент? Давай, Кралька, отсюда иди. Вот он, жук. Сука. Да грозой поспамьте. Че, забейте, погнали. Диана, как они на тебя пошли? Ты что, после ивента вниз пошла? Че, он вылезет, вот он. Двигайся потихоньку. Давайте погнали на проток. Не забейте на тех же. Все заебашили. Это ж пиратка, мы уже привыкли, нахуй. Сука. Что на офис скукота галимы. Это вообще кора, блядь. Жук сидит, блядь, под землей голивый, бой вешает. Сука. Вылазит, войда за жопу кусает и снова залазит. Прикинь, весь рейд боится, пить ману нельзя, блядь, хавать нельзя. Комично выглядит, ненатурально, нереалистично. Что
что в Вове выглядит реалистично. А ты же не боишься хавать, если у тебя дома один таракан где-то проползет? Боюсь, бегаю от него со станции вызываю, там магнитушители, блять, всякую хуйню достаю. Я просто давно не видел тараканов. Я тоже давно. Ну, я думаю, что я просто его растоптал и пошел хавать суп. Последний раз таракана дома видел в 97-м. И то в зеркале. Этот Маледиктус Демагог, да? Трапкиллз, ты готов? Все, все готовы, будем стопать. Иди пей куклу, протопал. Давайте погнали, стопать будем. Сейчас служу кинет и веди сразу к эту колду, давай погнал. Стопнули по боссу, стопнули по боссу, ждем. Ждем зеленого. По зеленым. Добивайте зеленого. Все, добивайте профа, обтотывайте, добивайте зеленого, веди к столу. И красного повешу. Свою эту хуйню. Давайте к столу к зеленым дебафом. Зеленым дебафом ставим в квадрат. Зеленым дебафом в квадрате стоим. Пробьем. Своим дебафом. И зеленый как двигается, ставим все в квадрат, будем отлетать назад. Стоим в квадрате, сбежались в квадрат. Бьем. Давайте зеленого. Бейте крохпа. Тени центр. Тут колба. Води. Красный вылезет. Все милики бьют профа, все милики сейчас бьют профа, а РДД бьют красного, пельмени центр. РДД бейте красного, милики бейте просто профа. Оставляй тут колбы и веди их зеленым. Кран и мильки ставим все в квадрат. В квадрате стоим. Зеленого. Пельмени центр перебежали, смотрим. Ну давайте, бейте зеленого. Бежались все к РДД. Добили зеленого. Оставляй. Оставляй. Веди профа. Пельмени центр. И по профу стопнули. По профу ждем красного. Не бьют профа. Смотрим сейчас красный. Уводи его, оставишь колбы в другом месте, Хризи, уйди от стола. Давайте красного. И дальше от стола, что ты его у стола оставил? Все, давайте, переводите профа, возвращайся к столу назад. Пельмени ближе к столу летят, три штуки. Переводите профа и все к столу ставим. Все с зеленой меткой встаньте в квадрат, все с зеленой меткой в квадрат встаньте. Выбрали цели, Геру пока не даем, я скажу, когда дать. Бей по целям.
Извините. Красный смена, красный смена. Боб по цели, Боб по цели, Боб по Элисанде. Да. Все, добивайте, добивайте красного. Да стой ты. Геру, давайте, давайте, Геру. Пельмени центр, бьем пропа. Где его? Лужи растут. Последнее желание. Ее вообще носит кто-то, блядь? Не знаю. Завоеватель роль. Как его ролим, за фул или что? Кого? Ну, токен завоеватель. 300. Для токена в любом случае 300. Окей. Квест знать. Ваня, иди квест давай. Давайте на кровь. В моем райде никто не курит. Даже писать так не думайте, курим или да. Если хант ты шаришь, можешь и босса побить, и генетику побить. Резиденто, ты тут?